Дисклеймер, это видео не носит чисто юридический характер и не является призывом действия. Показанное действие является больной фантазией автора и не имеет никакого отношения к реальности. Это замечательный день сегодня. У меня великолепное настроение. Кто не может испортить этот абсолютно идеальный день? Будет хорошая идея проверить мой YouTube-канал. Я надеюсь, мое видео набрало много просмотров. Посмотрим. Ее видео было удалено, но оно было таким смешным. Я не понимаю. Не понравилось, как я задаю своего друга. Я бы это сделали. Не стреляй, пожалуйста. Помогите мне, кто-нибудь стреляет. Это удалило мое смешное видео. И я стану королем Ютуба.